У нас сегодня международной повестки не очень много. У меня вопрос по международной теме о конфликте в Нагорном Карабахе. Я для удобства разделю вопрос на три пункта. Первое. Почему, на ваш взгляд, этот многолетний затяжной конфликт разгорелся именно сейчас и разгорелся так резко? Это просто объективные предпосылки или можно винить какую-то из сторон? Или, что называется, спичку подбросили извне? Второй аспект – это то, как проявила себя Турция в этом конфликте. Известно, что Анкара значительную военную поддержку оказывала Баку в острой стадии конфликта. Ну и после перемирия было вот это решение о мониторинговом центре. Ну, соответственно, Анкара просто демонстрирует, что вот у нее есть интересы в этом районе, регионе. А у России какие интересы в этом регионе? И насколько они пересекаются или, может быть, даже сталкиваются напрямую с интересами Турции? И последний аспект – это ситуация в районе Гадрута. На ваш взгляд, насколько велик риск того, что ситуации, когда вот нарушается режим прекращения огня, будут продолжаться в регионе? И что будет делать Россия, если ситуация, ну, если такие нарушения будут происходить и дальше? Возможно ли, например, увеличение миротворческого контингента? Еще один аспект по Гадруту. Вот, судя по заявлениям и дискуссиям, которые идут в этих странах, определенный аспект напряженности возникает из-за того, что стороны по-разному трактуют четвертый, по-моему, пункт трехстороннего соглашения, согласно которому российский миротворческий контингент разворачивается параллельно с уходом армянских войск. Потому что, насколько я понимаю, Баку транслирует, воспринимает этот пункт и трактует его как то, что армянские войска должны полностью покинуть Нагорный Карабах, а в Ереване склонны расценивать этот пункт как то, что они должны покинуть только те территории, которые они отдают по соглашению. Могли бы вы как да, сейчас я вот... То есть армяне считают, что они должны уйти только из тех территорий, которые они отдают по соглашению, а азербайджанцы считают, что армянские войска должны полностью покинуть Нагорный Карабах. Соответственно, у меня к вам вот по этому пункту вопрос такой. Вы как соавтор этого трехстороннего документа могли бы пояснить, вот в этом пункте вы, Алиев и Пашинян, вы что имели в виду? Спасибо большое. Да, ну вы наговорили, конечно, здесь можно до утра вести дискуссию на этот счет. Значит, первое, почему именно сейчас это произошло? Ну, ситуация вышла из-под контроля, и эта напряженка длилась на протяжении многих лет. Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вмешательством извне. Вот многократно же возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. Вот он в конечном итоге все это вылилось в конфликт. Позиция России всегда заключалась в том, что мы должны без всякого кровопролития прийти к договоренностям. Так была выстроена наша позиция и в Минской группе с сопредседателями, где являются Россия, США и Франция. Мы всегда на протяжении многих лет, я сейчас вот повторю нашу позицию, исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены 7 удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха. Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее, должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор, то есть это коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом. Почему Лачинский? Потому что район, по которому проходит этот коридор, проходит эта дорога, так называется Лачинский район. Вот, собственно, здесь ничего сложного нет. Значит, позиция Турции основана на том, что это публично же заявлено, на том, что
Турция защищала, как они считают, правое дело Азербайджана, а именно возврат территорий, которые были оккупированы в ходе боестолкновений в 90-х годах. И с международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, это все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Значит, повторю еще раз, сама Армения независимости Нагорного Карабаха не признала, и поэтому в этом смысле, и имея в виду это обстоятельство, сам Нагорный Карабах, это тоже с точки зрения международного права, тоже это Азербайджан. Но ситуация, на мой взгляд, сложнее, чем просто простые нормативные постулаты, в том числе и международно-правовые. Корни в этническом конфликте, который начался еще в Сумгаите, а потом перекинулся в Нагорный Карабах. Здесь у каждой стороны своя правда, и армяне Нагорного Карабаха в свое время взяли за оружие для того, чтобы защитить свою жизнь и достоинство. И создалась ситуация, та, которая сложилась на момент обострения конфликта в этом году. Значит, мы договорились, хорошо известно, в рамках трехстороннего заявления о том, что боевые действия прекращаются. И вот здесь вот очень важная вещь. Договорились о том, что стороны останавливаются на тех позициях, где их застало подписание нашего трехстороннего заявления. Вот там должны все остановиться. Там в этой связи возникает и много таких технических вопросов, которые связаны с инфраструктурой. Кстати говоря, вот эта договоренность о прекращении боевых действий, она очень важна, я уже тоже об этом сказал, потому что она кровопролитие прекращает. Люди перестали гибнуть. Вот это чрезвычайно важная вещь. Это вообще принципиальное. Вот все остальное – это второстепенно. Жизнь и здоровье людей – это самое сохранение жизни и здоровья – самая главная задача, которую мы решили. Но имея в виду, что вооруженные силы стали там, где они стояли на момент подписания, возникли определенные сложности инфраструктурного характера. Причем и для азербайджанской, и для армянской стороны. Но с этим нужно разбираться спокойно в ходе переговорного процесса, потому что это трехстороннее заявление дает для этого все основания и все возможности. Так как там заявлено о том, что после достижения перемирия следующим этапом должна быть полная нормализация отношений в регионе с раскрытием экономического и инфраструктурного потенциала, в том числе это касается автомобильного, железнодорожного сообщения и так далее. Это касается и Нахичевани, это касается сообщений между югом и севером Армении. И вот те вспышки, значит, нарушение прекращения огня, оно было только однажды. Надеюсь, что так единичный случай и останется единичным. Удастся все-таки сесть за стол переговоров всем договаривающимся сторонам. Хорошо при нашем посредничестве, при посредничестве Минской группы, это не важно. Главное, чтобы процесс начался и был положительно завершен. Но по поводу там, где какие войска стоят, я вам уже ответил. Но и мы очень рассчитываем на то, что и международные посредники перейдут, наконец, от слов к делу, начнут фактически помогать людям, которые нуждаются в помощи, прежде всего возвращающимся в Нагорный Карабах беженцам, что не только Россия это будет делать, посылая туда гуманитарные конвои, но и международные организации наконец развернутся, и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО, и продовольственная организация ООН, и в двустороннем плане те, кто хотят поддержать людей в зоне конфликта, откликнуться. Повторяю, от слов к делу перейдут. Мы со своей стороны готовы продолжать эту работу. Что касается увеличения количества, значит, наших миротворцев, то это возможно, но только по договоренности со всеми сторонами, в том числе с азербайджанской стороной, потому что мы изначально обговорили количество наших миротворцев, это количество согласовано,
люди, кстати говоря, все с одной стороны и с другой стороны адекватно оценивают ситуацию. Если это вопрос чисто технического характера, если все придут к выводу о том, что это нужно, мы это сделаем. Если нет, то, значит, тогда делать не будем. Но там дело не только в миротворцах, там дело еще и в работе наших служб МЧС, сотрудников МЧС и пограничной службы ФСБ России.